с понедельника у нас крупные школы численностью более 1000 человек, 30% учащихся будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно, то есть сначала 30 человек одни классы, потом 30% одни классы, потом другие классы. Это будет чередование, но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику. Плюс ковидная ситуация у нас, безусловно, сказывается еще ситуация с ОРВИ. У нас на сегодня 900 человек в школах находятся на карантине просто по гриппу и по ОРВИ, поэтому это тоже создает определенное напряжение. На сегодня 7 школ полностью на карантине по коронавирусу. Но, повторюсь, это превентивные меры. Заболевших у нас в целом по республике учеников всего 142 человека. Поэтому еще раз, уважаемые земляки, прошу всех быть максимально осторожными. Носить маски везде, подчеркиваю, везде, еще раз об этом говорю. Общественный транспорт, общественные места, просто на улицах, в торговых сетях, на предприятиях, на производствах, в офисах, в общем, везде. Давайте беречь друг друга, себя, своих близких и своих детей. Всем здоровья,